Ваше воображение. Каждая единица способна устранить целую проблему против человека, тушить пожар. Поэтому, ребята, мы сегодня в полной безопасности, они сегодня вместе с нами. И это начало, это открытие мотосезона. Если у вас свободные руки, поаплодируйте этим людям. Пожарно-спасательной службе, которые круглые сутки с утра до ночи стоят на охране нашего здоровья и спокойствия. Это профессионалы с большой буквы, которые только сегодня открытие мотосезона. Для них мотоцикл – это профессия. Не просто на чай, как для всех нас. Огромные участники различных шоу и, конечно же, продюсируют ту пиццу, которую производят данные сотрудники нашей часовой службы, а именно не смогут. А сегодня уже двухколесная техника, те же стартраперы, поверьте, если кто-то, кто прибыл вчера, присутствовал, эти палки могут выполнять примерно то же самое. Мы еще увидим стартраперы. Абсолютно верно, но делают это великолепно, супер синхронно. Вычищенный до блеска, абсолютно в униформе, на идеально подготовленный БМВ. А давайте добавим, что это что и мотоциклы это стандартные, то есть те мотоциклы, которые несут свою правую службу, поэтому, собственно говоря, собрать никаких сил, более увидеть, потому что они никак подготовлены в байке. Которых можно делать дополнительные трюки
Элемент рейтинга сейчас от наших гостей. Ставка у англиканска. Слышка, давайте у англиканска. Смотрите, все вы любите зрительный чек, наша полицейская. Забить ладоши, не стесняйтесь реагировать. Если есть желание покричать, сказать лучше, я вас люблю, хочу от тебя ребенка и так далее. Кричите вообще смело, не сдерживайте себя. Абсолютно отдавайте свои эмоции. Ну и тяжелое отделение. Так, 4 под руля. Открыли машины, форму, смотрите, как они близко сейчас движутся по отношению друг к другу. 20 сантиметров. А потому что, знаете почему? Потому что мужики уже давно друг с другом знакомы. Знаю, вот с таких лет буквально, со школы. И посмотри, вот это эскорт, смотри, вот это да. Объезжают, смотри. А доверие каждому из них 100%. Вот такая вот змеечка. А знаете почему? Потому что каждый друг другу должен чуть-чуть денег. Понимаете? На всякий случай, чтобы была гарантия того, что продать. Ну а если шутки в сторону, то на самом деле вот то, что сейчас здесь происходит, это движение полугородских потоков, когда необходимо сошлить либо сопровождение, либо преследование скрывающего транспортного средства. Все это называется НМТ. Ну, действительно, темп. Во-во-во-во-во, сейчас движение. Это да. Смейка на смейке, смейка перетровая. Я бы похудел на месте вот того молодого человека в шлеме. 100%. Прямо на 200 сразу. Ребят, если есть желание поаплодировать, поддержать, глотаж на новый каскад смело, абсолютно смело поаплодируйте. Мало того, вы можете покричать. Абсолютно. Молодцы, мужики, молодцы. Смотрите, все синхронно ушли, молодцы. Спасибо, красавчики. Вообще, как вы так вообще не спектули каждому? Смотрите. Не знаю, слышно ли тебе в шлемах специальных, но... Конечно, слышно. Видно, что 100%. Они просто тренированы не принимать лесть за адекватную, за честность, понимаешь? Ответный встречный разъезд, насколько я понимаю, вот сейчас нужен момент. Так, попробую. Виктор сейчас. Да. Допустим, так называемый на GS, так. Это, черт побери, красиво сейчас! Я не знаю, как зрители стояли вот тут сбоку, это прям, я прям в лицо на это все смотрел, прям разъезд. Это было красиво, правильно? Это же был разъезд, да, третий разъезд здесь, что называется, ни одной ошибки нельзя тут допустить, потому что настолько все близко, настолько все выверено. Но это каскад с 2015 года. Каскад у нас существует, монтажная группа, которая выступает и делает такие замечательные выступления. Уже даже международного уровня. Понимаете, еще вот каждый год, я примерно говорю одну и ту же фразу, что те, кто вот здесь сейчас на наших глазах присутствует, и заслужит законы, и несут свою вахту круглосуточную, они тем самым показывают, понимаешь, многие элементы, которые сейчас они показывают, они многих штрафуют стандартером за то, что они балуются на дорогу, за то, что просто завидуют, мол, они просто не могут, как ты, была бы у них воля, они бы... Нет, задерживание стандартера происходит тоже в стойке Вилли, там, столько. Абсолютно. Это профессионалы с большой буквы, которые дадут фору любому мотоциклисту, который присутствует на дороге. Мы-то, те мотоциклисты, я к ним тоже приключаюсь. Максимум, боже, давайте честно будем откровенны, на выходных вырваться на мотоцикле. Но периодически на будние дни, двухколёсным транспортным средством, конечно, будет исполнение. Это красота, на которую можно смотреть. Как ты... О, смотри, вот снова только мне сказать про красоту не будет. Кстати, вес под 200 кг сейчас полный. 200 кг, это не то. 300 показывает, совсем обратно. 370, ну, вместе, собственно говоря, с... А мы сейчас наблюдаем фигурное вождение, соответственно, в граничном пространстве. Посмотрите, как мало, в принципе, места для того, чтобы сделать какую-то фигуру. И как это красиво, и как это синхронно происходит сейчас у данного автомобиля. Ты просто помни, что у Кристалла так рост, вот мотоциклы, которые взлетают воды, там 100 килограмм. Спортивный парк стартовый, около 140-160. Снегоход, ты помнишь? Вот он больше, да, называется. 200, здесь 300. Здесь 300 кг, снаряженная масса полностью со всеми резервами. Посмотри, как легко идет. Как вы думаете, этот элемент? У вас до сих пор идет сейчас фигурный балотаж. Вы красиво, черт побери, как красиво. Ты знаешь, это так же красиво и безопасно, как спящий ободовец, понимаешь? Вы в любой момент готовы сорваться, чтобы защищать вообще честь
России и здравого смысла, вот так и здесь. А вот сейчас смотри, какой элемент, когда они будут напротив друга уже приезжают, там передние колеса максимально близко друг к другу. Ну буквально так, 20 сантиметров, ты посмотри, там разъедет. Вот это доверие. Вот эти мужики знакомы друг с другом уже точно много лет, уже каждый раз, каждое движение отходит. Конечно же, как вы видели, могут быть какие-то периодические отклонения, начеты 300 кг, что-то где-то там не досмотреть, не доглядеть. Но мы должны тоже понимать, что это и шоу-процесс, это не стан райдеры, которые были вчера, которые те подонки, которые круглыми сутками просто отрабатывают элементы. Это действующие сотрудники ДПС. Простите, что мы это повторяем с Сашкой постоянно, но это очень важный момент. Потому что ты несешь службу, а параллельно ты еще в каскаде, у тебя параллельно еще много выступлений, а завтра опять на работу. Ну вот примерно так. Вот это, по-моему, мод эскорт. Да. Мода эскорт. Вот это супер-мега-опасный элемент. Сейчас будет. А действительно, двое по бокам. Опасный элемент. Буквально небольшой, как вы сейчас видели, отклонение от траектории. Все, снаружи 150, если в случае, мы все килограмм, но месяц, а недельку отдохнуть от службы. Поэтому все это опасно, друзья. Если вы думаете так, все, игрушки вам? Нет, это опаска. Опасно. И прямо перед тобой сейчас, смотри, как красиво, на днище машины сейчас видно каскады всего. И главный банк каскады. Как разве не на днище автомобиля Форда служебно его прикрепить? Смотрите, как время сейчас выполняет вокруг сотрудников. И только, смотри, и только бывалый сейчас автотехник, который зритель стоит, может посмотреть и сказать, а он протекает в конце концов, ребят, что же вы не извините. Но если я так организирую, там все бы идеально технически, конечно же. Все, все пройдены по несколько раз в месяц. Колесное вождение, причем с включенным проблесковым маячком. И видно, как управляет как раз автомобилем, посмотри, постоянно работа рулем сейчас у сотрудников. Еще блюнуть надо, посмотри, синхрония, ананас идет, Санек, ананас идет вообще абсолютно. Спасибо. Спасибо, все, идем. Вот посмотри, насколько есть ощущение, что машина уже заваливается, да, на левую сторону. А нет, все. Кстати, на всякий случай, вот эта площадка, так что вы понимали, это самая маленькая площадка, на которой когда-либо выступала демонтажная группа «Каскад». Для них вот это очень скудная, маленькая площадка для показательных выступлений. Просто, чтобы вы понимали сложность. И вот этот вот элемент сейчас малейшая ошибка. Человека за рулем и 1300 килограмм, 1,3 это вес автомобиля, смело прибирает еще сверху 370 килограмм, и тогда правая нога превращается в ласту. Примерно так. Да, сами можете посчитать, какой вообще вес получается, но у нас сейчас одно сопровождение, так называемое. Соответственно, один автомобиль на двух колес, и у нас мотоцикл, и вот красиво, очень красиво двигается. Вот я сейчас не завидую тому человеку, который как раз в свое время отрабатывал и репетировал тур машины прокатывающей. Интересно, будет ли так, как это случилось? А представляешь, если бы кортежи на Кремлевской набережной вот именно так ездили? Вообще не структура бы была, вообще никто не сигнал на светофорах. Красавцы, я просто озвучиваю мысли. Я озвучиваю мысли наших зрителей. Я просто услышал их. Красавцы, если у вас есть желание поаплодировать и сомкнуть ладоши, то, пожалуйста, сделайте это. Это не какие-нибудь каскадеры, которые специально приглашенные. Нет, это действующие сотрудники ДПС. Вы полицейский разворот, если не назад. Очень интересная история появления полицейского разворота. Да, в 70-х годах, в начале 70-х годов прошлого века, ну, собственно, этот мир взорвал маневр, как он называется, полицейский разворот, он был продемонстрирован американским шоу «Рок-Форд». Этот маневр получил название «Полицейский разворот». Ну и, соответственно, комитет действовал в психологической ситуации, такой как неуправляемый занос. Ну и что называется, еще не делаем, и по-другому на английском языке, как кто-то бывалые. Вот так припаркуются, кстати. Занимают парковочные места. Но я лично не видел. Видел только на YouTube. Я тут так проходит спортивную клубу. Сейчас тройной полицейский разворот. Ребята! Я думаю, сейчас коллеги из каскада, кто сейчас смотрит, держат скрещенными пальцами, потому что понимают, что площадка очень большая, очень скованная у нас, очень мало пространства. И то, что сейчас вытворяют мужики, это, конечно, заслуживает отдельного
отдельного респекта. И места для расхода особо нет, в принципе, но расхода с шляной прям очень четко. Ну да, одного я всегда территория, а понять, чтобы это было все втроем, синхроне. Красавцы! Красавцы, мужики! Респектули абсолютно всем и каждому. Плюс 10 каждый каждому водителю, кто находится сейчас за штурвалом, за рулем. Я планы на жизнь. Вообще, честно говоря, я еще дом не построил, поэтому я лучше отойду назад. Вот операторы без разницы, они прямо они стоят на месте вообще. И все, они заказывают. Так, ну и тем временем, да, старт силы. Уже выдвигается вот таком управляемом Вилли. Появляется наша любимая боевая пятерочка, которая сейчас с подрисовыми очками призывная характерно начинает грифтить на площадке, на пятом дворе. Условия, это машина метров 5, наверное, практически. И дриптингом в чистом виде. Я думаю, Никита Шиков. Сейчас передам привет туда, в РДС, в серию на мастерской судьи. Сделано, в РДС в серии. Так, можем рассмотреть. Я всегда восхищался управлением на двух колесах. Тем временем, у нас следующий элемент, смотрите. Казалось бы, Человек-паук сейчас кричит хором дети. А нет, это действующий сотрудник ДПС своей обычной рабочей мастерской. Да, просто обычное дело, прекрасный топор. Сидеть на нем немножко погреться и посмотреть, что там делает перед идущая машина. Насколько я помню, этот элемент сейчас сотрудник переместит на следующий автомобиль. Ну и вот он приближается к нему, посмотрите, который стоит. Не выдавай, ты что? Казалось бы, вот Человек-паук. Вы думаете, что это в Голливуде? Нет, вот вживую, в нормальном, человеческом костюме сотрудника ДПС и в каком-нибудь красном костюме с сопельками на ладошках. Нет, вот! Посмотри, что делает. Сейчас где-то не видно, другой стороне он откручивает переднее правое колесо автомобиля. Вы думаете, как работает шиномонтаж ДПС? Вот так вот. Только таким образом, потому что специальных мест для шиномонтажа нет. Все очень быстро, времени нет. Нужно выезжать на задание, параллельно просто на два колеса, шиномонтаж переоделся на лето и пошел на управление. А теперь первый. Передаю второму. Руки ДПС. У нас пробило колесо. Срочно поменяйте. Не можем останавливаться. Переходи на двухколесное управление и меняй сразу. Вы что, с ума сошли? Я тебе говорю, меняй. Вот ко мне аплодисменты. Все аплодисменты. Вы чего? Человек вообще без колеса. Если вдруг сейчас небольшая ошибка, все, человек попадает на штраф 50% от зарплаты. Понимаешь? Все, так что ему без вариантов. Мало того, ему теперь колесо, смотри, сейчас запаска. И, смотри, вот это уникально. Вот это впервые. Я сейчас инсайд. Я выдаю инсайд. Вот это впервые за всю историю пилотажной группы «Каскад» запаска достается с помощью двухколесного транспорта на мотоцикле. Нам, к сожалению, вот с этой стороны не видно, но вот сейчас, с другой стороны, люди могут рассмотреть, каким образом монтируется колесо. Вот сейчас самое главное затянуть все абсолютно болты, чтобы ничего не работало. Все смотрите. Ребят, те, кто снимает на фото, видео, контролируйте его действия. Покажите все руки вверх абсолютно. Заплите ваши ладоши. Так, сейчас проверочка. Сейчас подожди, еще не аплодируйте. Сейчас посмотрим, как он на четырех колесах. Затянул, не затянул. Да, как еще развал схождения, как там балансировка какую-то заводит. Мы шутим, иронизируем. Конечно, там все 100% работает. Сейчас, смотри. О, не отвалилось, смотри. Все, а нет, только смотри, ключ остался. Для следующей команды, которая приедет и сделает свой шиномонтаж. А ключ, кстати, там крестик на асфальте, ключ упал ровно туда, куда я должен был упасть. Серьезно, это запланировано. Смотри, там крестик вот нарисован. Спасибо большое, что киваешь, дружище. С меня полтос. Спасибо большое, что подыгрываешь. Спасибо. Смотри, пилотажная группа «Каскад» продолжает убежать у вас.
нас и вас всех, смотри, самое главное, у нас еще два оператора в воздухе абсолютно со всех углов. Значит, что у нас дальше? Есть еще, ты сейчас просил, не выдавай секрет, еще несколько элементов будет сегодня. Пока продолжает движение для вас. Молодежная группа «Каскад» управляет автомобилем еще один. Вот сейчас, значит, вот, ребята, они должны по номеру не делать удержит. Удержание называется. Удержание автомобиля. Красавчик! Да может пепчик сделать в конце такой. Это 1300 килограмм, кстати, давненько не делали, потому что были сложные элементы, несовместимые с совместимой жизнью, но очень травматичные. Казалось бы, просто подержать автомобиль, то если он идет по обратную сторону, его не удержать. На себя он может. Очень сложный элемент, вот это хай-чер. Но в стандрайдинге так называется, но в стандрайдинге нету. И Чизес, или Иисус называется, это трюк, ваши аплодисменты. Опять же, стандрайдинги обычно стоят на, соответственно, сидушке, а здесь ты стоишь на бардачках полного оборудования. Вот сейчас показывает сотрудник «Каскада». Посмотри, еще жонглируем! Да ты что? Что ты будешь делать? Еще управляет в этот момент? Все, сейчас братья запашные, сейчас икают где-то. Ну и традиционно, конечно же. Если вы думаете, что это обычные теннисные мячики, нет, это специальные теннисные мячики ДПС со встроенным датчиком слежения и системой пожаротушения. Поэтому, если вы продадите этот теннисный мячик, вы можете купить себе пушку в Подмосковье. Смотри, все захотели сразу по мячику. А, да ладно, сейчас еще и снимать. Смотри, он стреляет сам себя там в экране. Так, это было пиздец. Это вызов «Каскада» всем стандартерам. Да, потому что такого они не могут делать чисто по закону. Да, кстати, да, потому что стандартеры на ходу не могут обезвредить противника, а здесь, смотрите, было попадание. Вот сейчас на Крутинской набережной, на той стороне, на балконе, ворона уже подала кусочек сыра. Вытащили это уже. Конечно, все в шутке, но вы аплодируйте, аплодируйте, «Каскада». Да, поддержите, пожалуйста, аплодисментами, потому что мы, конечно, иронизируем, все это подаем в режиме шоу, но все это элементы, действующие элементы. Вы, это вам не дороги Нью-Йорка. Поверьте, здесь управление. Это Special Edition абсолютно, поэтому следить за ручным вождением — это отдельная статья. Свитчбэк называется, или свитчбэк. Сейчас будет стоп и такое. Думали, да, чуть-чуть остановился. Подложечка. Приготовились. Набрали воздуха в легкие. Аплодисменты! Действующий сотрудник ГПС. Конечно, латаж группы «Каскад». И это еще не все. Да. Сейчас еще один элемент, когда мы посмотрим с вами. Ну как, мое любимое? Как ты называешь их? Люди, которые нарушают правила дорожного движения, это отрабатываются. Давайте посмотрим, как это происходит. А, да ты что? Да. Это злой дядька? Это бэтбой? Ах, он злый день, вы посмотрите на него. Он еще и украл штаны служителю ДПС. Ах, он негодяй. Украл брюки ДПС. Ах, чертяка. Вежливо к нему подъезжает сотрудник и говорит: вы есть в Фейсбуке? Он говорит: меня нет в Фейсбуке. Умри и убегай. Смотри, он нагрубил его. Ты что творишь? И уезжает, что сотрудник ДПС включает подвесковый маячок. И это предупреждение. В этот момент вы по закону должны уже остановиться. В этот момент он входит. Что творит? Он показал ему сзади и сказал: ха-ха, живи на ту зарплату. И не скрылся. Но тут появляются они. Скрывали его в коробочку и вежливо говорят ему: идите-ка, остановись. Тот говорит: нет, ребят, мне не нужна свобода. Я люблю скрытые пространства, люблю жить в тюрьме и бесплатно питаться. Дайте просто погонять по парку Горького, в конце концов, по набережной, разочек хотя бы. Да. Поэтому идет задержание полным ходом. Нашей части населения, к сожалению, не видно. Вы можете... Что такое там происходит? Боже мой! Стрельба! С ума сойти! Мы можем только представить, что там происходит. Посмотрите по телевизору потом. Ну,
крайне видно, на самом деле, как задерживают нарушителя. И что сейчас не происходит, это где-то ближе к сцене. Все прекрасно там обозревают. Ну и сотрудники каскада уже здесь, на выезде, производят задержание. По полной сажают его сейчас. Казалось бы, он достоин багажника, но все равно заднее сиденье тюнингованной пятерки — это его заключительный VIP-проезд. Смотрите, это все реальные действующие элементы, реальная ситуация на дорогах. То, что сейчас, как действуют сотрудники ДПС, абсолютно полностью все в рамках закона, полностью степ-бай-степ, шаг за шагом. И мы, как любители мотоциклетного спорта, мотоциклисты, я сам себя не отношусь, у меня стоит мой друг гаражей сейчас. Поэтому, ребят, пожалуйста. Пройтись по правилам, там можно сказать, сказал Артем, всем веселее. А сейчас заставил себя произнести, следуйте правилам дорожного движения. А сейчас у нас капитан полиции Сергей Денисов, инспектор ДПС, демонстрирует на непоготовленном мотоцикле, как мы уже сегодня вот рассказывали свое мастерство. Давайте Сергей Денисов поаплодируем. Это трюк Супермен, смотри, у нас все здесь, и Спайдермен был, и Супермен. Уважаемые подрастающие поколения, зачем, смотрите, в американских фильмах, вот, настоящие русские реалии, все здесь, все можно посмотреть на московских дорогах. Если честно, следуйте, конечно же, правилам дорожного движения. Все, что вы видите сегодня здесь, в рамках открытия мотосезона дорожного движения. Поэтому уважайте друг друга на дорогах. Если к вам подъезжает сотрудник ДПС, остановитесь, сверните документы. Делайте все, на что они говорят, потому что эти парни, поверьте, это их работа. Аплодисменты, конечно же, российский триколор и флаг Москвы у нас сейчас в руках сотрудников ДПС. Все те, кто не аплодирует сейчас, минус 5 карли, поэтому аплодисменты. Тоже сейчас отцу ладоши. Абсолютно точно. Ну и давайте еще пошумим, Москва! Отдайте свои голоса пилотажной группе «Каскад». Молодцы, красавцы! Ну и, конечно же, парад, парад техники, парад чести достоинства и действующих сотрудников. Красавцы! Все молодцы! Низкий вам поклон, я в головном уборе. Все вы респектнули абсолютно. Можете смело отложить мобильные телефоны. Вы уже все сняли. Сделайте все возможное, чтобы они сквозь шлема, сквозь свои автомобили услышали, как вы им аплодируете, как вы смыкаете ладоши. Потому что вот эти мужики, которые ездят на двух колесах, могут подтянуть колесо сверху сидя. Могут ездить на стопе, били. И разворачиваются снеги и так далее. Это все действующие сотрудники, которые с утра встают и говорят: дорогая, не надо мне завтрака, я не успеваю на работу. Мне нужно защищать честь и достоинство, мне нужно отстаивать права, мне нужно защищать и следить за порядком на дорогах Москвы и Подмосковья. Это очень-очень тяжелая и необходимая работа. Поэтому поаплодируем тем людям, которые стоят на страже правопорядка на дорогах Москвы. Вы крутаны, респектули вам. Абсолютно всем и каждому. Вы достойны намного больше аплодисментов и децибелов, которые у нас сейчас воплощаются в воздушном пространстве. Мало того, с такой плотной площадке вы великолепно со всем справились, все показали на все 100%. Ну еще раз, пилотажная группа «Каскад»!